на острові Свобода. Все, як не у нас. Морозу тут немає, але є тепле Карибське море і Атлантичний океан. Замість снігу – білосніжний пісок, мохіто, дайкірі, гаванська сигара. І ще запальний, веселий, новорічний кубинський карнавал. Це програма «Світ онлайн». Святом вас, пане посол. Спасибо. Вітаємо з ним визволення, вітаємо з Новим роком. А розкажіть нам про новорічні традиції, які є на Кубі. Новий год на Кубі – це як Новий год в любой стране, в любой стране мира. Это же время года очень важно всем. Некоторые годы, особенно с 70-го года, не то что отменили, потому что это звучит очень резко, да, и очень грубо. Просто конец года совпадает, и для Кубы это очень важно, с началом сахарного урожая. И как раз холод помогает много сконцентрировать сахар в сахарном тростнике. И поэтому наилучший момент как раз декабрь, январь, февраль для выращивания сахарного тростника и от нее как раз как можно больше сахара. А какая температура в новоречную ночь? Наша зима, у нас зима, особенно, я бы сказал, западной половине Кубы. Чувствуется холод в кавычках, это несравнимо с Украиной, хорошо. Но иногда, может быть, в Гаване 15 градусов тепла, но очень сыро. Даже иногда тут проникает холод в кости, да. Немножко даже вам это не очень приятно из-за влажности. Но приятно, потом это первый день может быть там влажно или два дня, затем утром 22 градуса, днем потом 20 градусов, очень приятно. Для вас пляжи прекрасно, для нас ужасно холодная вода, но для вас это отлично, потому что действительно солнце красиво. Mano para arriba y la mujer que dice cuando yo la vi en Oriente, ¿qué pasó? Ella me gritaba cosas hermosas. ¿Pero? Y después la encontré en La Habana. Mira. Y se estaba creyendo cosas. No sé si eran las buenas penas. Hey. No sé si era la vestimenta. Весела, життєрадісна, світла і завжди-завжди сонячна, темпераментна і дуже-дуже колоритна. Усе це Республіка Куба. Дед Мороз у вас есть? У нас тоже есть, потому что нельзя забыть, что есть определенное влияние тоже из англосаксонской части, это тоже не секрет. Но в нашей культуре, как наследство из Испании, это Reyes Magos, это три князя, да, библические тоже. Поэтому и Дед Мороз есть те, которые, но это действительно более всего три князя, которые 6 января, они как раз приходят с подарками детям и так далее. Новый год – это тоже очень большой праздник, семейный. Тут стараемся дома наилучшее из наших традиций кубинской кухни поставить на столе. У нас многие блюда. Но сами знаменитые и как раз подходят к этому времени года, это свинина, подготовленная либо в духовке, либо в другой форме. Очень своеобразная форма риса, на испанском называется «Arroz Moros y Cristianos», потому что это сочетание белого риса, крестьяне, и
moros, это черный фасоль. И либо виде густого супа, тоже очень такой густой, либо в этом форме риса с фасолем. Затем есть другие, там, в семье картошки, касава, может быть, тут в Украине, не знаю, не продают, кстати, поэтому трудновато объяснять, как выглядит вообще. Но очень вкусно, это тоже из традиции, я думаю, всей Латинской Америки, немножко Африки тоже. Много мы кушаем в этом регионе. И, конечно, там есть тоже очень, как часть национальной души Кубы, это наш кубинский бон. Подготовленный из сахара и сахарного тростника. И тоже и сигарит, потому что присутствует сигар в жизни всех кубинцев. То я думаю, и сигар, и ром тесно самосвязаны они с нашей культурой, с историей кубинской нации. Пане посол, я зрозуміла, що у вас шампанського на новорічному столі немає, є ром. А що це за історія з водою? От кажуть, що кубинці у новорічну ніч набирають ведра води, багато-багато відер води і виливають її. Чи це правда? Ну, а, пардон, кстати, нет шампанського, но это наследство из Испании. Мы тогда пьем... Это в семье шампанского, сидра. Это подготовлено из яблоки. Это очень знаменитый тоже вид шампанского из Испании. И очень популярно. Но это мы не производим, просто это импортируем тоже. К этому, хотя ром там присутствует. И почему же нет, пива тоже очень знаменитое, вообще распространенное на Кубе. А традиция, о которой вы говорили, это чисто народная традиция. Просто бросать ведро с водой через окно как раз ровно в 12 ночи, это чтобы удалять всякие такие неприятные, может быть, либо чувства, моменты. Поэтому это традиционно просто так. А вот чи правда, что коли б'ють куранти, то з кожним боєм курантів кубинці їдять виноградинку і загадують бажання. Виноград теж це традиція, яка у нас не вирощують виногради, тож це імпортні. Бувають в определенних містах, особливо в горах, де там дуже специфічний клімат, тому що там жара доволі прилична і дуже сира теж. Тому не хорошо, щоб вирощувати виногради, як тут в Європі, во многих других местах. Но мы импортируем и яблоки, и винограды, и мы не все, но есть такая традиция тоже, 12 виноградов как раз тоже связана с пожеланиями, мечтами на Новый год. А ялинка у вас є? Чи може ви берете пальму і на неї вішаєте прикраси новорічні? Да, пальма, кстати, це наше національне дерево. Тобто це символічно. В нашому національному щиті теж там виражені пальми. І теж це знак, пальма такі вертикальні дерева, що теж це достойне. Да? І це теж символ нашей нации и особенно в кубинских полях во время с того века, с 19 века, борьбы за нашу независимость. Але у вас, пан посол, також є хвойне дерево, навіть схоже на ялинку. Мы называем по-испански пинус, то есть, и даже интересно, самая западная провинция у нас как раз называется Пинар del Río, то есть сети как будто елки на берегу реки. И тоже есть остров на юге, единственный такой, самый большой остров на юге Кубы, раньше называлась Исла де Пинус, потому что такого много было таких деревьев там у нас тоже. И распространено тоже в других местах. Да, они довольно близки, может быть, не точно к елкам. И поэтому есть традиция, есть как и здесь. Есть искусственные елки, есть те, которые любят тоже хотя бы маленькие елки или
ветви, да? И елки тоже там сделать дома, тоже как традиция. А подарунки вы даруете в новоречную ночь на Рождество? Подарить что-то, это уже из души. От в нас Новий рік, Різдво асоціюється із дивом. А кубинці вірять у диво? У нас віруючих багато, це залежить від кожного, да? Тому це і сочетання, і пожелання, і мечти. Новий рік взагалі – це сочетання таких мечт, пожелання, готуватися к новим визовам в житті. Це традиційно. И совпадает уже с точки зрения нашей истории, что 1 января, в этом случае 59 года, это победа нашей революции, то есть это очень важный момент нашей истории как действительно независимой страны. 1 січня кубинцы не лише встречают Новый рік, а и отмечают День визволення, головне свято держави. Наприклад, у вас є святковий парад, як у нас на День Незалежності? Многі роки був парад, но как раз это 2 числа января, не було 1. День визволення. Наскільки важливою для вас, для історії Куби була ця подія? Це дуже важливо. Я думаю, як для любої країни. Незалежність – це, я думаю, найвищий момент для любого народа, как раз, потому что это не результат уже, это начало тогда борьбы за совершенствование жития и все. И для Кубы нельзя забывать, что Куба была очень отсталой страной, в основном аграрной. Уже Куба в течение этих 57 лет это уже совсем другой. То есть, конечно, у нас и сахарный тростник, но у нас и туризм, и у нас и никель, и у нас есть биотехнология, и есть уже наш, и нефть, и газ. То есть, кроме все профессионалы, благодаря среди многих стран Украине, тысячи из нас учились тут, в Украине, то поэтому означает много. И иногда со многими трудностями, иногда в определенном политическом окружении сложным, но я думаю, благодаря этой борьбе, я думаю, и чуть дальше мы пойдем. И поэтому независимость у нас это достоинство, свобода. И право нашего народа вообще развиваться, как мы заслужили. Ну и яке ж новорічне свято без сюрпризів. И у нас для вас теж є новорічний подарунок. Скажіть, будь ласка, в якому із українських ресторанів для приготування мохіто було використано 22 536 гілочок м'яти? Перший, хто зателефонує до нас за номером 272-65-00, отримає подарунок – 3 літри нашого мохіто. Кубинці нам розповідали про ще одну цікаву новорічну традицію. Коли б'ють куранти, вони беруть чемодан і гуляють біля свого будинку. Мовляв, тоді рік буде багатим на захоплюючі подорожі. Подорожуйте разом з нами. Це була програма «Світ онлайн». З Новим роком! Веселих вам різдвяних свят!